Всем привет! Сейчас мы попытаемся собрать Лего-сити, трюковый самолет называется. Ну, такой небольшой самолетик. Да, для детей 5 лет. Код 60323. Это из новых Лего конструктор этого года. Вроде бы как. Может, конца прошлого, не знаю. Мы купили в этом. Поэтому у нас этого года. В общем, такая небольшая коробочка. Сейчас мы ее раскроем. У нас в коробочке были два пакетика. Один здесь маленький. Там вот от башки что-то, да? Или это шлем? Шлем, да? Самой головы второй нет. Голова здесь. Голова с большими деталями. Ну и инструкция. Инструкция. Вот у нас самолет. С QR-кодом даже. Можно по приложению посмотреть. Да, кстати, мы там по приложению делали в последнее время. Ну и тут вот этот бегущий человечек идет. Он бежит. Этапы олицетворяет. Чем он дальше, тем ближе конец. Конец, делаю венец. Ну, в самом конце он должен прибежать уже. Где тут он? Сейчас бежит. Все, прибежал, да? Это? Да. Все. Вот он прибежал. И вот такой самолет должен получиться у нас. Тут даже что-то крутиться должно, да? А, сюда на хвост. Цепляешь, типа, да, вот. Да, и оно крутится. Так, человечек прибежал. Вот самолет наш. Сел и полетел. И вот перечень деталей. В общем, сейчас мы попробуем собрать это чудо. Юдо. Ну, вот наши детали. Приступаем. Держи инструкцию. Покажем уже собранный вариант. Демонстрируем самолет. Ну вот он тут с пилотом. Тут запасной руль есть. Мы его в руку вложили. Пусть он двумя рулями рулит. Закрывается вот эта часть. Ну, если его посадить или вытянуть, то он стоит, поэтому не закрывается. Фюзеляж. Ну что ж ты ему сотрясение мозга делаешь? Сади, покатаем. Вот сзади тут, вы видите, тут огонь вырывается. Так, ты его закрепила, не? О, вот так. Сзади хвостики. Аккуратненько. Так сильно. Ну вот. Вот можно хвост так делать. Ну, оно как-то не очень держится. Ну, то есть резкие движения нельзя делать. Сразу все отпадает. Вот в этой хвостовой части. Может, мы как-то неправильно сделали? Ну, такой хвостик. Так, самолетик ездит. У него здесь, так, это ты там наложила, да? Запчасти. У него здесь вот колесики. Пузико показываем. Ты все пытаешься куда-то засунуть оставшиеся части. Да? Это запасные детальки, тут остаются несколько штучек. Вот такой самолетик. Все, он рулит. Всем спасибо за внимание. Покупайте наборчик из новых для любителей самолетиков. Взлетел. Спасибо за внимание.